Дети с энтузиазмом разбирают шары, предвкушая, как мяч покатится по дорожке и собьет все кегли. Друг у друга они то и дело спрашивают, как лучше бросать и что будет, если выбить страйк. Ведь до сегодняшнего дня многие из этих ребят о боулинге только слышали. В их детском доме выездные мероприятия случаются нечасто. Игра в боулинг – подарок от 8 канала воспитанникам детского дома поселка Новый ко Дню защиты детей. Наш коллектив взял их под опеку еще в прошлом году и теперь проводит благотворительные акции под названием «От сердца к сердцу». В 2016-м подарки детям привозили мы сами, а в этот раз решили им праздник разнообразить и пригласили во Владивосток. Нашим детям необходимо переключение, расширение социума. Им все безумно интересно. Потому что тоже даже не каждая семья может предоставить такую возможность где-то бывать. Но для наших детей, благодаря вам, мы бываем на различных мероприятиях. Помимо игры в боулинг в развлекательном комплексе «Фабрика», ребятам предстояло стать командой пирата и выполнять его задания. Они перетягивали канат, придумывали танцевальные движения, играли в вышибалы цветными шариками и бегали на перегонки. Раз, два, три, поехали! На этом сюрпризы не закончились. На протяжении всего месяца в офис 8 канала неравнодушные жители города и сотрудники холдинга «Профи Медиа Групп» приносили игрушки, одежду, посуду и другие нужные для детей и их дома вещи. К тому же и команда нашего канала приобрела для ребят приятные и полезные подарки. Так как сейчас в детских домах принято делать атмосферу более домашней, приветствовалось все. Это вилки, ложки, чайники, кастрюли. И, конечно, сегодня мы собрали подарки для детей. И в конце нашего мероприятия мы обязательно их передадим. Подарки вручили не каждому в отдельности, а всему детскому дому. Ребята передадут посуду на общую кухню, а игрушки младшим товарищам. Виновники торжества поделились, что больше всего им понравилось играть в боулинг. Были очень рады, когда нам сказали, что мы поедем в боулинг. Потому что мы редко выезжаем именно вот так, чтобы отдохнуть. Ну, мы выезжаем всякие там кино, театры, вот, а вот играть там боулинг, не боулинг, такого нет. Да. Нравится боулинг? Да. А почему? Потому что там можно играть сколько, захочешь. Больше еще мячики перебирать понравилось, шары перебирать. От 7 до 11, вообще летает хорошо. Просто такое чувство, непередаваемое. Такая радость, такие эмоции, ты забил страйк, вау. Представитель из детского дома рассказала нам, что дети с нетерпением ждали праздника и считали дни до поездки в боулинг. А мы от себя обещаем и в дальнейшем устраивать для них различные праздники. Ирина Мокрицова, Станислав Лазебный. Новости на 8.